Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Орест. Я сам из Украины. Я решил разговаривать на русском языке, так как многие не понимают. Есть люди из Белоруссии, из Латвии и не понимают украинский язык. Может, у меня будет плохо получаться, так что извините. Итак, я вам хочу показать, как отрегулировать клапана в тракторе Т-40. Для начала нужно открутить трубку и прокрутить мотором до того времени, чтобы поднялась солярка. Вот видно, это будет первый цилиндр. На первом цилиндре поршень будет вверху. Ну, он у меня уже отрегулирован. И на шкиве, с той стороны, может видно, может нет, будет верхняя мертвая точка. Вот здесь есть такая, ну оно метка ВМТ. Вот. Это будет первый цилиндр. Как еще определить или поршень верхней мертвой точки? Мертвой точки. Извините, что плохо разговариваю. Вот таким образом. Клапан упирается в поршень. Вот я уже отрегулировал. Зазор где-то 0,25 ставлю, так как оно все старое. Вот таким образом. Итак, теперь проворачиваем мотор, чтобы метка стала на ВМН. НМТ, нижняя мертвая точка. Вот ключом. Еще лучше, если есть головка. Так, сделаем пол оборота. Это будет третий цилиндр. Первый, третий. Вот здесь немного большой зазор. Так, на глаз, так как рука набитая уже. Регулируем. Вот. И затягиваем. Все. Теперь нам еще нужно сделать опять пол оборота. Итак, снова провернули пол оборота. Это будет четвертый цилиндр. Здесь немного большой. Его нужно убрать вот таким образом. Вот так. Держим и затягиваем. Так, провернули опять полоборота. Будет второй цилиндр. Так получается у нас такой порядок: первый, третий, четвертый, второй. Ну, здесь нормальный зазор, сложного ничего нет. Если кто что не понимает, пишите в комментариях, буду отвечать. Всем спасибо за просмотр.